Не видели. Пойдем посмотрим. Мы только такую руку. Мы только такую руку с детьми видели. Где что? Такую руку с детьми, которая. А, ну хорошо. Пойдем. Какую? Я не вижу. Пойдем туда. Это не поезд. А? Это не просто поезд. А какой это поезд? Военный? Нет. Какой? Уже не помню. Еще вон там мы видели. Да? Пойдем туда, расскажи. Начнем оттуда. А вон там были купы за эти стеной. Там есть специальные проходы на доске. Проходы? Да. Вон через той стены там есть специальные проходы. Ага. И там окопы. Это мать, которая потеряла пятерых детей. Да, пятерых всех своих детей. Да. Ну ладно, посмотрим. Скорбящая мать? Да? Нет. Скорбящая мать вообще в другом месте. С вечным огнем. Вот, видишь, там проходят ладошки. Там еще половина танка. Да? Да. И с другой стороны еще одна половина танка. Целый танк еще с НД. О, Катюша? Да? Да. Не знаю больше. Где там? Вот это та рука. Рука для чего это? Это потому что не один. Это такой сад, потому что ни один из детей не попал в детский дом. Это означает. Мы даже там фоткались. Да. Да, сфоткаешь. Вон там все сели, мальчики сели на корточке, а девочки. Вот это? Да. Куда пойдем? Сперва туда сфоткаешь, потом сюда. Вот это, видишь? Еще мы вот эта его половина танка фоткались. Да. А там, если пройти через ладошку, там еще одна половина танка. С фоткой. Да. Я
что? Попробуй. Нет. Я не могу. У меня фотоаппарат зацепился. Уф. О, тут вторая половина танка. Тут вторая половина танка. Ага, это немецкий еще танк, да? Да. Он нас фоткал меня с ними. А сфоткай меня с этим. Да, там. Так. Его тут не заметить. Рассказывай мне про окоп. И вам кто рассказывали? Ну, нам рассказывали только, что это окопы. И там продали солдаты. Да? Да. Olle! Stop! Yok! Olle! Yalan var be! Yor! Yor! Yor bakacağım bu! Stop! Yok! Atlar ki! Stop! Yok! Atlar ki! Atla! Yok! Atla! Atla! Да, а там еще в конце, помнишь, там они сели такие солдаты в круг, когда их туда папа того маленького мальчика заманил. Помнишь? Еще там недалеко такая композиция. Вот, сюда. Вот. Вот это. Я про нее говорила. Ну, это такая композиция, которые сидят такие, которые в плен посадили, и они ночью горят. Да, интересно. Пойдем. Пойдем. Нам надо вон туда свернуть. Там я не знаю. Ну, это будет там лестница, надо подняться. И там что-то. Да, обратно вернулись. Идем еще назад. Ну пойдем. А в окопах настоящих тоже были камни? Мне кажется, нет. И мне тоже. А то так бегать неудобно. Она была просто глина. Ничего себе! Ну залез туда. Вот видишь, какой огромный, страшный он был. Да. Его подбили. Его? Точно? Да, ну понимаешь, что у них вот тут были пушки. Да. А вон они вон там, пойдем их посмотрим. А. Ну, где пушки твои? Вот это мы тоже видели, сфоткаешь? Вот тут. Куда? Прямо? И еще вот. Ого, в руках у него граната. А где он его? Один раненый, да? Да, вот этот. Вот так они сражались. А он самолеты, да? Истребители. Истребители. Сколько раз тебе говорить? И правильно говорить. Я истребитель. Хоп-хоп-хоп. Чего себе? Слушай, вон тот поезд.
Мы еще были на тех пушках. Это у них такой звук. Надо, чтобы не было войны, да, нигде? Ну да. Потом, после нас, солдаты переехали в Россию. Да? Да. Это значит в Москву. Пойдем, все пушки посмотрим. Да, мы там смотрели. Но только я там не фоткалась. Сейчас пофоткаем тебя, пойдем. Я залезу, можно? На тех пушках мы тоже в самом конце были. На тех пушках. И мы зашли с этого входа, а не с того. Понимаешь? Да, вот с этого. Там у нас автобус стоял. Сжал всю экскурсию, пропустил. Да. Это не самолеты, а самолет. Ваши? А может быть даже и три. Порцы. Лучше порцы. Видишь, там человек стоит сейчас. Вот эти? Да, про вот эти. Теперь сфоткаешь меня вон там, на этой. Да. Залезу. Пойдем дальше. Что? Дальше идем. Это что? Дима, Дима, слышишь, встань. Это танк ИС-3. Еще один сделал. Вот это самый крутой. А теперь вот этот. Танк ПТ-76. Я лучше залезу. Да. Стой. Постой! Сейчас... Себя? Себя хочу. Не рассказывали про это? Нет, я ничего не знаю.
Вот это? Вот это? Вот это? Да, следующее. Вот это? Вот это вот. Как еще называется? Вставляешь? Да. Нет, мы вообще их не видели. Мы не видели, где они стоят. Бабулы, так их же три. Их же два. Да там не четыре. Говорим. Ого, крутится. Ничего себе. Вот он, лад 2, 7. Ла 7? Да, называется Ла 7. Ла 7? Я сразу поняла. Давай, сколько его тут? Угу. Охот. 2. Это Литва. Литва? Обалденно, это бомбардировщик. Это как будто настоящий. Он не настоящий же, да? А? Да, пойдем к следующему. Он не настоящий? Да. Он не настоящий? Он настоящий. Куда? К следующему. Смотри, И-2. И-2? Ты сфоткай его тоже, все фоткай. Я не знаю. Не знаешь? Я, мы лишь не смотрели их. А это что? Это у нас лапец. Да? Ага. Я знаю. Сфоткаешь? Як-3? Это Як-3. Як-3, я так и сказала, Як-3. Нет, не крутится. Вот смотри, у него, сколько его вес. Это вес, вот 265 тонн, это скорость 650 км в час, это дальность 880 км в час, можешь проехать. Это мощность двигателя, да? Это здесь что у нас? Это лошадиные силы, 1200, экипаж, один человек. И в 43-м году его выпустили, его, окей? В 43-м году выпустили на небо? Поплыли, куда пойдем? Постой! Постой! Вот, посмотри! У него нету? Отпели на него нет? Да. Кто сломал? Кто-то сломал и забрал. Такие, как ты, наверное, да? Ну да. Что? Нет, зузей-зей. Зузей-зей-зей-зей-зей-зей-зей.
сюда. Сюда. И байтуна. Попадай. Можешь себе воду? Ну вот это паровоз. А там есть его, его маленький такой. Посмотрим тоже? Да. В этот музей. В этот, в этот. Заходили, заходили. Да. Да. Угу. Вот это маленькие танки, вот такие. Да, вот это маленький такой, который там. Угу. Вот этим возили раненых солдатов и прямо по дороге лечили в этом. Санитарный вагон, все правильно. А вот это формы. Вот это? Это форма солдата, ага. Посмотри назад. А? Назад посмотри. Ага. Это герои, да? Ага. Которые служили медали, да? А вот здесь уголь возили они, да? А вот в этом вагоне это был уголь? А в этом возили раненых солдатов. Все правильно, здесь уголь возили, а то уголь топили, и приехал паровоз. А речка называлась. А речка? Пойдем. Что, все что ли? Ну да. Сейчас я на той лестнице смотришь. Это поезд. Да? Угу. Ну как? Нормально? Угу. Вот что, пойдем. Пойдем. В таких вагонах они на войну ехали, представляешь? Ага. Просто внутри были. Да, окошко всего были. Ага. Только кроме одного окна. Да, здесь вообще одно. Это маленький совсем, да, такой вагон? Да. Там, на той стороне, да, я видел. Хоп, хоп, хоп. Поистище. Да, там еще не построили там ничего. Ага, вот зеленый. А в нем есть окошки. Да, у него окошки есть. А тут нет. Водили, да, вот, тут крест нарисован. Угу, красный.
Похоже, что черный. А не красный. Наверное, когда была война, еще красного не было. Вот сам. Паровоз. Я бы хотел залезть в него. Если бы было можно. Красиво. О! Видал. Уголь кидали, видишь, они уголь кидали. Ага. Потом воду испарялась вода. И они ехали. Ага. И вот так тут туда было. А, нет, был красный. Папа, а может быть, ты меня сфоткаешь до железной дороги? Встань, встань вот впереди него, Нарюша, встань вот впереди него. А впереди него? Слезы солдатов. Вот эта вода, это слезы солдатов. Да. Вот эти там наклейки, это все люди, которые, которых эти слезы, понял? Да, не говори. Ну, конечно. Они почти всегда плакали. Это мне больше понравилось больше всего. Постой, надо сфоткать. А, нет. Девушку загнала. Катюш. Сейчас. Там просто надо цифры ждать. Пойдем в музей. А, вот этот? Ура! А там будут всякие пистолеты? Да. Ух ты! Ничего себе! День, он самый старший. Вот этот. Самый главный, да. Под это? Это музей. Это музей. Музей воинских слав. Из железа? Железо? Ну да. Ничего себе, как красиво они сделали, да? Угу. Посмотри, вот это раненый солдат. А? Вот это раненый солдат. Раненого несут санитары. Ага. Я такое в фильме видела. Да? Там одного человека раненого несли. Блин, пока ничего интересного нет. Пока ничего интересного, да? Ничего себе! А там наверху, а знаешь, что там?
Кто там? Там такая статуя, которая видна издалека. Да, прям наверху. Нас защищает. Вот это. Она прямо наверху стоит. Я еще в сад не ходила. Но я же ничего не знала. Да. Там еще были на улице немецкие овчарки. Они там проходили за дом всякие. Не говори. Взрыв. О, это что? Это пистолеты. Винтовки. Винтовка Мосина, карабин. И пистолеты. Почти как у меня игрушечные. Что? Пистолет? Почти как у меня игрушечные. Да, точно. Смотри, какой глазок. В бинокль один смотрит. Один смотрит в бинокль. А что такое немцы? Они живут... А кто такие немцы? Немцы. Вот, мы же против них воевали. Немецкие солдаты, видишь? Вот эти? Да. Фашистская Германия. Германия? Надо хотя бы что-нибудь сфоткать. А? Надо пойду там, я сфоткаю. Фляжки, видишь, фляжка, которая попала что-то, какая-то мина попала или пуля попала, она разбилась. Идем дальше. Пойдем. Почти. Вот сейчас так. Пойдем туда. Куда? Туда? Это пушка маленькая, да, голубица? Да, постоянно. Пойдем туда. О, смотри, блиндаж. Их, где они отдыхали, сидели. Вот это? Сфоткать? Да. Сейчас. Получается? Угу. Смотри, немецкий автомат. Вот он. А это вот валенки, смотри, стоят. Да. Видишь? Ходи, они ходили в такой. Холодно было, наверное, ночью. Зима. Вот так они жили. В таком доме? Пойдем туда. А их дом могли бы сломать. Конечно, могу. Вот, смотри, здесь тоже. Что у нас что? Пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет? Я сфоткала. Угу. Пойдем дальше куда? Вот сюда. Такой. Вот этот? Сейчас. Вон автомат, советский автомат стоит. Угу. В этой круглой шайбе у него были патроны. Угу. Пойдем дальше. Видим. Город не подъедешь. Я сейчас фоткаю папу. Сейчас я всех сфоткаю. Это что у нас?
машину. Сфоткал ее тоже? Нет. Хотела сфоткать. Смотри, немецкая форма. Трофейные ножи, немецкая фуражка. Смотри, вот немецкие погоны, короче. Вот и все. Смотри, форма заключенного. Видишь? Ну да, это как это приступ. С концлагеря. Там интересный. Самолет летит. Здесь прям видишь, танк настоящий стоит. Ага. Это советский танк Т-34. 34? Да, нам на парковку не поместится. Да, видишь? Вон то красное. Это пожары там были. Там пожары, да, война. Война, война. Медали? Медали. Пойдем. То это снова та же кухня. Они выращивали что-то, чтобы кормить солдатов. На фронте только женщины работали на тракторах. Да. Да, они сражались. Смотри, куча бомб. Разные бомбы, разные, разные бомбы. Да? Угу. Я знаю. Полевые кухни. А, сиденье. Я бы туда сел попудей. Это то. Масло делаю. Масло? Это то, что... А еду готовлю, чтобы кормить солдатов? Обязательно, да. Пойдем. Смотри, там прям. Вон там видеопроектор. Бабулей. Вот этот? Да, читал, потому что. Да, ну просто столько раненых, конечно. Да. Он работает дни и ночи, даже не спит. Потому что война. На которых они играли. Потому что. Потому что. Потому что война проходила дни и ночи. 5 лет? Пока война не закончилась? Какие прикольные, да? Куда? Туда? Поплывай, а там наверху что? Там дальше тоже музей там. А можно еще? Наверх. Наверх. Хочу. А? Хочу. Пойдешь, пойду. Пойдем. Это вот.
выжил. Как его выжил? Ну, не умер, не убили его, не погиб. Конец. Поэтому его встречает его жена. А кто-то вернулся без руки, без ноги, без глаза. Да, это очень все печально, но... Да, это все из-за войны. Поэтому воевать нельзя, людей нельзя убивать. Война — это очень плохо. Да. Здесь личные вещи солдат, видишь? Личные костюмы, личная одежда. Это означает, что они настоящие? Они настоящие. Это именно они, им принадлежат, видишь? Смотри, сколько медалей. Сколько медалей было у него? Это его пиджак. Вот этого? Старичка, что ли? Да, вот он. Его зовут академик Борибой Ахмедов. Борибой Ахмедов? Да. У меня зарядка сидит. Пойдемте. Я хоть что-то сфоткала. Дома зарядим и посмотрим. И напечатаем. Обязательно. Жаль, что видео нельзя напечатать. Странно, да? Просто много-много медалей. Угу. Папусь, я что-то не забыл про велосипед. За ним? Мечтай, мечтай. Дождь не только завтра. До завтра еще полдня и все. Попадай, а мы праздновать будем днем или вечером? Ну, это уже современная армия, видишь? Вот это? Попадай, а мы мои день рождения будем праздновать днем или вечером? День рождения? Да. Днем праздновать. Ура. Сегодня еще торт нам нужно купить. Сегодня торт? Юшкин. Пойдем. А если там будет красный, можно не красный? Где самая серьезная медаль? Вот она. За отвагу, да? Это очень и очень тяжелая медаль. Давали самым смелым, кто сделал что-то очень важное, да? А вот смотри, все оружие, все. Видишь? Все оружие, которое было. Вот это винтовка, противотанковое орудие. Пойдем спускаться? Пойдем. Вот, винтовки, карабины, пулеметы. А это Максим, знаменитый Максим. Да я шкаю. Что? Что хочешь сфоткать? Что хочешь сфоткать? Самую важную медаль. Давай, иди сфоткай.